Здравствуйте, друзья, меня зовут Николай, я сейчас в Токио. Расскажу вам, как тут борются с несанкционированной рекламой. В общем-то, друзья, мы сейчас находимся на переходе, люди переходят дорогу, и тут столб. Видите, этот столб, он покрыт специальной накладкой с пупырышками. Эти пупырышки, они препятствуют тому, чтобы на них наклеивали объявления. Я сначала даже не понял, зачем они нужны. Видите? Они, в общем-то, не очень высоко распространяются. Дальше уже все в порядке. Но потом я понял. Так как это переход, люди тут часто стоят, поэтому ушлые рекламщики могут сюда что-нибудь клеить. Ну и, наверное, этим периодически занимаются, даже несмотря на пупырышки. Тем не менее, вот эти пупырышки, они хорошо очень предохраняют этот столб. Если мы посмотрим на обычный столб, ну тут, правда, он тоненький, но все равно мы видим то, что тут, вот, например, на этом столбе, так как он не покрыт пупырышками, люди наклеили какие-то вандальские свои вот картинки. Ну, в принципе, неплохо они смотрятся, ничего не могу сказать. Вот, ну, соответственно, друзья, тоже неплохая идея, мне кажется. В общем-то, у нас тоже что-то, у нас это покрывают сетками какими-то уродливыми. Столбы гораздо лучше использовать вот такие шипики. Большое спасибо. До встречи. С вами был Николай из Токио.